Доброе утро! Сегодня мы приготовим изысканный французский пирог – творожный киш с сыром и помидорами. Этот пирог не оставит вас равнодушным и понравится даже маленьким детям, которые не особенно жалуют творог. Сначала растапливаем и слегка остужаем сливочное масло. В просеянную муку добавляем масло, сметану и разрыхлитель. Замешиваем мягкое тесто и отправляем его в холодильник. Тем временем приготовим начинку. Соединяем творог с сыром, натертым на мелкой терке. Для приготовления используем творог и сыр Брест-Литовск. Их натуральный насыщенный вкус придаст блюду особую нотку изысканности. Яйцо разделяем на белок и желток. Белок взбиваем и аккуратно смешиваем с творожно-сырной массой. Добавляем по вкусу молотый перец и соль. Теперь выкладываем тесто в форму для выпекания, формируя бортики в пару сантиметров высотой. Добавляем начинку. Сверху кладем помидоры, нарезанные тонкими кружочками. Все смазываем слегка взбитым желтком и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 30-40 минут. Творожный киш с сыром и помидорами готов. Приятного аппетита! Для приготовления нам понадобилось 200 граммов творога классического Брест-Литовск, 115 граммов твердого сыра Брест-Литовск, 1 яйцо, 160 граммов муки, 100 граммов сливочного масла Брест-Литовск, 70 граммов сметаны Брест-Литовск, 1 помидор, 1 чайная ложка разрыхлителя теста, перец и соль по вкусу. Теперь вы знаете, здоровое питание не только полезно, но и вкусно. Экспериментируйте и наслаждайтесь!